не доглядели. Глава профильного комитета лишился кресла. Заместители акимов областей пока делались выговорами. Премьер-министр раскритиковал работу чиновников, допустивших рост цен на продукты первой необходимости. Это яйца, томаты и огурцы. Напомню, с начала года продовольственная инфляция перевалила за 20%. Есть факты накручивания цен, заявил вице-министр торговли и привел пример. С птицефабрики яйца отпускали по 360 тенге, но для конечного потребителя их стоимость была в два раза выше. И это при том, что дорога до прилавка всего 200 километров. Недоумевает и глава Минсельхоза. Ербол Карашукеев доложил, субсидии увеличили вдвое, но их получатели все равно повысили цены. Не доглядели. Именно госорганы, считает премьер. Алихан Смаилов напомнил, у чиновников есть все необходимые инструменты и контрольные функции. Сколько раз говорили, что необходимо увеличить оборотную схему до 100 миллиардов тенге. Поручение было. Однако на сегодня 6 регионов – Алматинская, Жамбылская, Павлодарская, Тырауская, Костанайская и Акмолинская области – до сих пор этого не сделали. Нет ожидаемого эффекта от работы региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования, деятельность которых было поручено переформатировать, и не проведена актуализация базы данных по овощехранилищам. Это результат слабой работы акиматов и недостаточной координации со стороны Министерств сельского хозяйства, торговли и интеграции.